Всем приветушки. Добро пожаловать. Это игрушка под названием «Чучел». Мне нравится это название. Оно очень няшно звучит, поэтому мне кажется, что идеально как раз подходит для того, чтобы мы поиграли и посмотрели ее в новом 2019 году. Погнали. Значится, что-то надо нажать. Представь, что это 1 января, и ты просто вот лежишь, короче, после оливьешек, после салатов, там, шубы и так далее. Ты сидишь такой просто уже в коробке, блядь. От тебя ничего не остается. Тебе передают новости, что, как говорится, Новый год пришел, а старый еще не успел уйти. Соседи продолжают слушать музыку, это нормалек. Наш главный герой Чучел, я так понимаю, в центре находится. Красненький такой вот комочек счастья. Наша задача каким-то макаром его, короче, разбудить. Как это сделать, я ума пока не приложу. Слон не помог, музыка не помогла, телевизор его не разбудил. Что ж тебя, мой друг, разбудит? Врубим. Сратин хотел, короче, на вашу музыку. Заткнись, гребаный гномик. Он просто тапком в него швырнул. Блин, у меня тоже тапок. Я тоже могу тапочком швырнуть, поэтому нормально. Поэтому норм. Смотри, наверху что-то есть. Бля, что? Во хорошо хоть не в розетку, тогда уже просыпаться можно было бы не на этом свете. Что-то произошло, мимо меня прошло. Какая-то такая магия, видимо, прошла. Хорошо, подожди, видимо, не все. Точно! Смотри, сначала он начинает лить, короче, воду, она льется в этого маленького. А нельзя так сделать? Блин, а так не работает. Охренеть. В рот ему, да. Давай, падай ему прям, братище. Он задохнется. Добро пожаловать. Наш маленький друг проснулся. Как вы меня задрали уже все. Наверное, он думает. 1 января можно даже не просыпаться, мне кажется. Вот 31-го ты сел... Первого поел, и второго уже только начинаешь на ноги вставать. Короче, вишенку забрали, братишка. Этого перса, короче, перерисовывали, потому что, типа, решили, что он ущемляет права, по-моему, каких-то кого-то. Там какие-то права он ущемляет, его перерисовывали, переделывали. Чучел не такая новая игрушка, на самом деле, но она прикольная. Я ее купил, но забыл как-то обозрить. Забыл. Бывает. Давай заберем. Чтоб ты так вишни любил, как я в игры играть. Нет, я люблю вишни, и игры люблю, и вас люблю. Ты же добрый, видишь, какой. Пойди отсюда, пойди нахрен. Блин, что это за козявка? Че тебе надо? Уйди отсюда. Блять, я же зачесался нахрен весь. Можно и так было? Наёбсик. Сейчас что-то будет. Сейчас что-то должно быть. Мы, короче, понял, как... Ну, дорогой зритель, ты же понял, как это работает? Мы, типа, сейчас выйдем за экран туда и окажемся с той стороны. It's amazing, как бы сказали бы на презентации Apple. Like a boss. Да. Интересно, кто озвучил эту игру? Она звучит забавно. Деревья. Блин, как они называются? Не вамбаты? Вамбаи, шамбаи. Короче, такие, знаешь, огромные... Шабаб? Не шабаб. Я думаю, там по-другому как-то назовется, братан. И надо подумать, понимаешь? Надо подумать немножечко башкой своей, оливьешкой забитой. А чем бы нам тут делать? Точнее, что? Дерево подвинуть? А, ты можешь потрусить и можешь обняться. Я боюсь, если ты слишком маленький. Он шо, это что вообще? Это желудь? Он на желудь похож. Он похож на желудь. Ты похож на птицу. А, давай наверх. Прекрасная игра. Ты знаешь, это лучше, чем всякие вот эти вот таблетки-шипучки, которые бросаешь в стаканчик, чтобы там опохмелиться. Вот, опохмел. Это не чучел, это опохмечучел какой-то просто. Нормально все.
Игра для 1 января. Мы обозреваем ее. Какое сегодня вообще число? Я и забыл, какое сегодня число. 4. Живешь, когда вот в таком мире, понимаешь, забываешь какие числа. Пришла, короче, барбацуца маленькая и решила забрать у нас новую вишенку. Чучел. Чучел. Чумазафакачел. Вот это... О, боже. Это когда тебе, знаешь, уже вот такая башка, блядь, квадратная. Купить подарки надо было на Новый год успеть. Стол накрыть, начистить, помыть, порезать, приготовить. Такая вот башкень, блядь. Да, в этой башке только вишенки не хватает. Короче, это как, помнишь, вот белочка, которая за орешком бегала всегда. А белочки, как вы знаете, должны не выебываться и есть орешки. А, в общем, как в ледниковом периоде. Давай посмотрим. С ним можно поговорить, и получается, что можно типа залезть на него. Но судя по его выражению лица, мне кажется, залазить на него не надо. Да? А то мало ли что, не трогайте меня. Может, я поднимусь к тебе наверх? Иди нахуй. Не, не получилось? А, ты типа дал возможность такая штучка подлететь наверх, да? Шо, пацаны, Новый год? Нет, не Новый год, как говорится. У него, смотри, штыбзик есть. Типа носа вроде бы как. А можно с тобой поговорить? Ты должен, короче, забраться туда и забрать это. Я тебе чё, блядь, ручная крыса, что ли, мать твою? Давай попросим его. Мне кажется, головешка не хочет ничего такого от нас. Головешка, надо придумать, что нам делать. А, допустим, 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 мышля хорошая. Но мне кажется, для чучела это не очень хорошее. Да, дерьмовая ситуация. А можно что сделать? Подняться? Выломать? Надо как-то развернуть, чтобы поток ветра, наверное, направил нас в ту сторону. Логика. Логика железная. Сейчас будем думать. Что ты, блядь, делаешь? Что ты делаешь? О, вот это интересно. А это мы делали, я не помню. Ух ты, но этого мало. Ну, это надо дернуть за волосик, точно, точно, дергай. Цыц, дым сквозь дым, ты кто такой? Там кто-то сидит. И он не очень дружелюбный. Так. Ты должен, короче, повернуть этот знак туда, и это поможет нам что-то сделать. Подкопчик. Какая умная херь. Это мышь какая-то, что ли, или что? Так, парни, разворачиваемся. Ты серьезно, что ли? Уже и подкоп сделали. Ты можешь просто спок... Серьезно, серьезно, братан, серьезное дерьмо. Давай вы, вот, наконец-то. Я понял, как я буду приветствоваться теперь. Я буду говорить. Это классно, это реально прикольно звучит. Мы взяли с тобой знак. Полдела мы с тобой сделали. Давай думай, что делать дальше. Жахни знаком эту мышь. Типа как бы фан. Ну, типа пофанились, да? Подурачились. Ну, хули, а что нам еще делать? Как не дурачиться? Так, давай попробуем все-таки еще раз достать. И будем думать, что делать надо. Смотри, может, с этой шнягой типа как бы туда его запихать? Бля, я думал, что троллфейсы игры, где надо типа как бы подумать. И не факт, что тебе повезет вот подумать в этой игре. А теперь смотри. Ну, мысль хорошая. Мы с тобой практически на верном пути, как говорится. Прыгни туда. Давай, давай, давай. Опа. А мелочь? Мелкий будет прыгать? Давай. Цепремога. Ай, твою мать. Что-то я ударился. Все, мы забрали вишенку. Чопиля-перепита. Баракита, баракита. Скр-крар, скр-крар. Блядь, наркоманские игры — это хорошо.
По крайней мере, они показывают, что будет, если вы будете употреблять разные вещи. Но она прикольная, ну хотя бы рисовка хорошая. Чучел мне нравится. Чучел его друг, я вот Чуча и Чучел. Чуча и Ча-Ча. Звучит как бит для ЛДЖ прям, да? Нормально так. Значит, желейная жабка у нас. Что будем делать? Какая мысль? Я не представляю, как мы будем ее доставать. Давай мелкого попросим. Надо пиздюка попросить, он сделает, смотри. Отдай, отдай. Я только и слышу, что отдай, отдай. Так, мелочь, ты мне должен помочь. Ты должен взять, короче, эту хрень. Я понял, я, короче, идеально озвучиваю чучело. Я буду так разговаривать, казуально, как чучел. Это же хренительно, мать твою. Вери, давай. Иди туда, ублюдок. Давай, сделай. Нормально. Херово, да? Да, еще и напугал тебя. Он тебя еще напугал. Это как олицетворение, знаешь, Тома и Джерри, наверное, да? То есть, как бы, он за мышкой Том всегда гонялся, за Джерри. То есть, Джерри его подкалывал, Джерри его троллировал. И то же самое сделает здесь Эд Перс. Кекс. А может, нам тоже попрыгать вместе с ним? Физика. Физика, ублюдки, физика. Понимаешь? А, может, а если ты просто наклонишь, она упадет дальше, и ты заберешь ее? То чувство, когда ты охренел, да? Бля, что тебя так разнесло, братан? Ты просто залился. Просто ты вода сойдет лишней, все будет нормально. Алп. Да, вот именно что алп. О, бля. Не все в порядке в нашем царстве-государстве. Это Angry Birds, наверное, курильщика так выглядит, мне кажется. Что-то такое есть. О, господи. Это печенье или это курица? Бэм! Воу! Бэмс! Наркоманский. Я как будто в Скитлз попал. Вот так вот должно было быть, да? Типа свали нахрен. Ба-ба-ба-ба, спокойно. Там другой батут есть, смотри. Вот именно что. Так, тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Давай-давай-давай. Изи, ща пройдем, мне это самое, не фунди. Бля. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Тихо-тихо, все норм. Я попал в мир, куда мне... Это YouTube будущего, понимаешь? Это тренды так выглядят изнутри. Алгоритм. Может, я в алгоритм YouTube попал? Но если он так выглядит, мне страшно, блядь, за себя. А я вот этот маленький-маленький блогер, который пытается пройти туда, понимаешь? Без денег, без связи, без контента. Давай попробуем. Жу-жу-жу. Я пчелка, которая лечу. Бля, я верхна. О, вы решили слаб. Верни меня. Спасибо. Бать, верни. Отлично. Да куда же ты? Все. Что это? Я не знаю, что это, но оно стрёмное. Наверх нельзя. Наверх у нас, видимо, бог там, я не знаю, или кто там. Короче, кто-то властвующий над нами. Что надо сделать? Пимкнуться? Сюда тоже нельзя. Сюда тоже нельзя. А куда надо-то, алё? Смотри, они меня не пускают. Я, типа, должен, наверное, направо туда пройти. А я не могу. Все. Изяк. Выплюни меня. Во, нормально. Нормально, нормально, мать. Сейчас пройдем. Тихо, тихо, не соси. Но суси. Все, прошли, прошли. Это тучки. Это просто маленькие тучи. Все нормально. Не нужно париться. Как стрёмно. Полетели.
Я даже не знаю, как можно эту игру вообще обозреть? Что здесь происходит? Я не знаю. Как-то может, наверное. Ну, по крайней мере, мы куда-то летим. Какая-то цель определенно есть. Вот это сложно. Вот это сложно. Она меня вдула, а та выдула. Вдул. Нормально. На... В смысле? О, шикарно. Так и надо, видимо. Не-не-не-не-не-не-нет-нет. Хотя нормально. Вообще, ты знаешь, симпотно реально, симпотненько. Мы уже так и до космоса дошли, или это зима? А, это ночь. Я думал, это космос уже, типа. Типа, все плохо, мы в космосе. Хотя, чё париться-то? Все же нормально. Я аж потемнел. Я аж темным стал на камере. Нормально. Давай, этот наркоманский мир когда-нибудь закончится, и все станет нормально, чучел. Ты главное не парься, бро. Все будет окей. Уйди, уйди. О, вот так вот. Где-то должен быть логический конец этому приключению. Ладно, допустим. Что происходит? Лицо такое, да? Бля, это картошка, что ли? Я не знаю. Если бы Оливье могло говорить, оно бы, наверное, выглядело примерно так. Бля, что ты такое? Что ты, что? Все, мы живы. Мы вернулись на землюшку-то обетованную. Зигарю, был мультик в ледниковом периоде, где белка пыталась тоже так этот орешек взять. А здесь чучело какая-то мышка. Все? Все, бля, доигрались. Это маленькая бомба. О, что же нам делать? Может, надо уйти было? Да. Что-то пацанов расплющило конкретно, я смотрю. Нормально пацанов так жахнуло. Хорошо. Блин, я не представляю, как в здравом уме можно было реально такую угарную тему сделать. Она же реально забавная. Точно. Ты все правильно сделал, бро. Ты все правильно сказал. У нас есть люстра, есть улиточка и есть вот такая херота. Вот эта крутилочка. Смотри. Тук-тук, блядь. Кто у нас там в Раковке-то живет? Ебать, как там поместился? Может, так и озвучивать эту игру? Контент хули. Будет, да? Залезть в рот улитки — это хуёвая идея, бро. А, это ты ей сказал, чтоб она себе в рот залезла? Что надо? Три медальки за какую-то переключалку, две за бухлишко, и одну медаль нам дадут за кексик. Ты хочешь этот кекс, да? Держи медаль. Тырым-тырым-тырым. То есть по тырым-тырым-тырым подразумевалось, что что-то надо сделать, и получишь тырым-тырым-тырым. Или по тырымам. Нет, братишка, так это дело не делается. Согласен, дерьмовая ситуация. Знаешь, пригласили людей на озвучку этой игры, и они такие сидят. Может, подумать, что это паралич какой-то у них. Улыбка. Ганджибаса, хочешь? Нет. У меня свой, да? Мне послышалось просто, что чучел типа говорит улитке: Ганджика, хочешь? Хипа. Улиточное казино. Улиточные ставки. Улиточный спорт. Блин, нихера себе. Ту-ду-ту-ду-ду-ду. Все, нет. Я уж подумал, какая-то музыка будет. Бля. А что тут ходить надо? Алло. А что, нет, не надо их бить, что ли? А что надо делать? Так оно не работает. Может, надо смочить, чтобы оно жахнуло по нам? Бля, сложно.
А, блин, точняк. Тихо. Давай, 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 давай. Ну! Охренеть. Чуча, уйди. Прыгай, прыгай, прыгай же. Давай. Подожди, я же зеленым капнулся. Вот, давай. Шикарно. Хорошо. Вот это было нормально. Все, я понял. Это как Space Impact на Nokia раньше стареньких была игра такая. Ёб твою налево. А вот это херово. Чуча, давай. Не, Чуча, красный нам не надо. Красный это не то. Синий, давай. Вы решили пойти в тяжелой артиллерии уже, да? Я понял. Зеленый давай. О, отлично. Сосунята. Сейчас пройдем. Чуча, давай, надо и красное выбить и тоже. Мне, в принципе, все равно какое, что мне дадут за это. Блин, почему клавиатуры? А, можно клавы. Блин, а клавы удобнее значительно. А я что-то мышкой канаёблю сижу. Сейчас пройдем. Сейчас на изи все будет. Смотри. Я просто первый раз, когда начал это делать, с клавиатуры не получилось. Хер знает. Молодец, ты победитель. Теперь госпожа улитка даст тебе что-нибудь. Вот это хуёво. А чё он? Подожди, красный-то нормальный? Ну, надо черным, да, получается? Красным так... Он синим теперь стал, смотри. Давай, братиш, давай. Ах ты хитрый кусок говна! Все, угорает, смотри. Саша, ублюдок. Так, зелененький давай. Черный, зеленый. Перекрасил меня, зараза. Готово. Сломалась игрушка наша. Я победитель по жизни. Так, это получается, что мы можем кекс забрать. А нахуй он нам нужен? Вопрос, да? Сейчас улиточка скажет. Ну что, поиграл в мои игры. И мне, короче, надо достать эту вишню. Я понимаю. Она типа пошла смотреть, что у него в репертуаре есть. Значит, давай подумаем, что нам может помочь. Ручка не работает, правильно? Кекс, пироженка. На пироженку может упасть, получается, вишенка. Но, опять же, нет движения никакого. А вот переключатель есть. Вот это мне надо, да. А зачем он нам надо? Типа свет выключить, что ли? Я что-то пока не очень допер. Ну, наверное, как-то так. Видишь, оно не движется. Оно не работает. А может, там силы не хватает? Ай, блин. А вы подскажите мне, что делать? Что надо делать? Он типа объяснил мне, а? А можно на русском, чтобы я понял? Пожалуйста. Я понял, что надо улитке что-то сделать. Бля, объясняешь. Ну ты объяснитель, конечно. Пошли еще поиграем. Вы готовы еще разыграть, да? Давай. Так, сюда уже нельзя. Можно сюда зайти. Там типа Пакмана, смотри. Тут был Space Impact. Там Пакман и Тетрис. Зашибись. Да, братишка, красная дорожка тебя просто тупо повязала. Ох ты же японская ты мать. Хорошо, проказник. Бля. Тихо, уйди. Молодец. Изи просто. Пэк, я понял. Хидрическая сила. Так, мне вишню надо забрать. Мне нужно захавать, короче, все вишенки. А вот те другие штучки брать нельзя. Не надо.
наверное, так. Как-то надо большую вишню зачерковать. О, не затупили. Ха-ха, я могу вас Нет, нормас. Нормальды. Все шикардосно. Нормально. Я же прошел. Я же собрался вишни, алло. Гараж. Я же все взял. Или типа пакманов тоже надо захавать. Что-то я не understand. Все, они очумели. Их надо, видимо, убить здесь, смотри. Надо успеть добраться до него и жахнуть нахрен. То есть косточка превращается в вишенку, либо вишенка... Собака. Так нечестно, зараза, блин. А, так их можно было и не трогать. Их, этих пакманов, можно было вообще не парить. То есть... Японская ты мать. Вот это жестко. Так, все превращается, смотри, в вишенку. А чешуеть можно. Блин, это жестко. Надо как-то собрать... Блин, видишь? Пока не возьмешь эликсир, херушки что будет. Поэтому забираем эликсир... Забирай эликсирчик. И погнали. Заберем сначала... О, в этой части, а потом в той. Отлично. Шикарно. Нет, в принципе, оно не сложно. Оно даже проще, чем то было. Все, свали нахер. Так, тут забрали. А, они еще быстрее начинают двигаться. Потом кто-то зеленого цвета, кто-то обычного. Хера себе. Опа, вот это проблема. Блин, жестко. Реально жесть какая-то. Чудненько. Но они восстанавливаются, поэтому как бы на пакмана в принципе обращать внимание, наверное, не стоит. Давай, 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 немножко осталось. А вот это проблема. Вот это реально проблема. Бля, они ускорились, по-моему. Чем меньше остается вишен, а по-моему, тем они больше и быстрее как бы двигаются. Могу ошибаться. Шикарно. Сейчас пройдем. Сейчас все будет, смотри. Изяка, ёпта. Красава. Что-то он там про хоша, не хоша. Хоша, не хоша, как говорится. А что-то надо делать. Текс. Слушай, а может мы можем все собрать вещи? То есть кексик, мы можем взять переключатель и выключим свет. У нас будет кекс, и там что еще было? Не надо в рот не залазить. О, господи. Она показывает. Пройди, короче, 3 испытания, и ты получишь решение проблемы. Интересно, блядь, интересно. Давай пока кекс попросим. Можно я кексик возьму? Тра-ля-тра-ля. Вот и кексик. Тебе надо он, братан? Подумай, чучел, может мы зря все это делали? Проблема! Проблема, братиш! Тебя сделали квадратным, братан. Да, как в Майнкрафт практически бывал. Кексик был лишним. Да, дерьмово. Хорошо. Но у меня же еще есть медаль получается, да? Я же не потратил то, что было у меня. Мать, мне надо еще немножко ништяков. Давай, да. Да, тырля-тырля.
Тра-ля-т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 ра-ля. Бухай давай. Блять, стакан есть не обязательно было. Блин, это как вот эти баннерские рекламки, типа там увеличение за 5 минут на 500 сантиметров в час. Бля, пацан, тебя увеличило, но смысла в этом нет. Смысла-то нет особо. Смешно. Мать нас троллит, а это печально. Мать улиточка, давай еще разок. Блин. Вот такая вот хурменька. Сейчас зайдем в Тетрис поиграем. Красная дорожка, чучело приглашает прямо к Тетрису. Давай посмотрим. Класс. Он сказал, заебись, класснецкий. То-т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 о. Ой, это жестко. Скыш. А мне надо до верха само продержаться, да? Окейушки. Так это же изи. Фак. Было больно. Было реально больно. Ой, вот та фигня придавившая меня. Уйди, уйди отсюда, квадрат. Свали нахрен, мать твою. Ха, наебщики. Смотри, хорош. Давай, 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 давай. Он типа запугивает нас, понимаешь, пугает. Опа, 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 махач. Все нормаленько. Так, этот уровень минус, типа. Не так просто. Блин, у меня был Тетрис, я помню, 5000 в одном, по-моему, даже. Ага. Тихо. Тихо-тихо-тихо-тихо, спокойно. Они падают в одном направлении, как бы. Поэтому, в принципе, наверное, париться нет смысла, мне кажется. Да, бывает. Охренеть. Вот эта бомба стрёмная. Я не знаю, как я забрал, но я каким-то макаром забрал эту вишню. Вот это хорошо. Вот это прям вообще просто изи. Все, мать улиточка. Теперь ты нас уже не сможешь троллировать, как раньше. Я должен достать эту вишенку. Сейчас он турлым-турлым тебе сделает, и все. Мать, вернись. О. Мне нужен это переключатель какой-то, что ли, получается. Тролля-тролля. Тролля-тролля. Таблетка? Это таблетка или это что? А. Я теперь качок. Отлично. Блядь, теперь Кать, смотри, может теперь все, сила. Три. Награды — это сила. Все, все понятно. Шикарные черные руки. Черный косячек такой. Чернорукий. Есть чернокнижник, я помню, Куанчи. А тут чернорукий. Ай, руки ты себе накачал, а мозги, видимо, забыл. Ну ничего, бывает. Забирай. Я думал, он их выстрелит. Честно, я до последнего думал. Бля. Отдай, отдай, это моя вишня. А он друга скинул, нормально. Старый добрый друг, как говорится, лучше, чем какая-нибудь вишенка там. Это туса прям у них тут, нормально так? Ни хрена себе. Ребята прибежали на какой-то новый уровень. А мы с вами уже 35 минут рубимся, как бы. Я думаю, что надо сделать перерывчик. И если вам понравилось, вы хотите посмотреть, что будет с Чучом дальше, просто поставьте лайкос и напишите, понравилась ли вам игрушка. С вами был Брейн, всего хорошего, покедова.